Приветствую всех подписчиков канала Farnax Film. Я вновь вещаю с выставки «Салон каминов». Я нахожусь на стенде компании «Везувий», и у меня появилась отличная возможность показать вам, как устроена и как обслуживается печь «Русский пар». Это одна из самых популярных печей. Печь-сетка, печь с закрытой каминкой. Давайте изучим устройство этой печи и посмотрим, как же ее почистить. На разрезе прекрасно показано, как устроена эта печь. Конечно же, большая камера сгорания, она же топка. Здесь вместо отбойника сразу находится закрытая каминка, такая довольно емкая. И можем понять, как движется пламя и уходящие дымовые газы. Дрова горят, ударяется огонь в нижнюю стенку каминки, передает тем самым тепло камням, которые уложены в каминку, выходит вдоль стенок каминки, левой, правой, задней, выход дымохода, постепенно отдавая свое тепло всем камням, которые находятся в каменке. Вода подается в каменку либо классическим способом, если вы привыкли, через заднюю дверцу, открыли, поддали, отбежали, если успели. А можно с помощью вот такого приспособления. Очень удобно. Подали воду. Вода доставляется в самый дальний, самый жаркий уголок каменки и выходит в парную. А вот теперь давайте поговорим о том, как обслужить эту печь. Ведь вот в этом месте, если вы будете топить сырыми дровами, либо же использовать различные там сорные дрова и дрова, содержащие много смолы, то вот это место будет неизбежно засаживаться. Как его почистить? На самом деле очень просто. Не нужно снимать коллектор-дымосборник, хотя он здесь тоже крепится на болтах, и можно чисто теоретически его приподнять, отодвинуть и почистить кочергой либо другим металлическим предметом верхнюю поверхность, счистив сажу с верхней поверхности каменки. Можно поступить гораздо проще. Сама каменка крепится на болтах к верхней части печи. Вот она закреплена. Здесь можно открутить обечайку дверцы, снять ее и вытащить саму металлическую каменку. Ну, естественно, конечно же, сначала вытащив всех камни. Вытаскивается все очень просто. Ну, на выставке мне, конечно же, этого не позволят сделать. А так бы я вам с удовольствием показал, как это делается. Но я думаю, здесь, в принципе-то, все понятно. Все очень просто. Вытаскивается, проводится ревизия заодно каменки, убираются те камни, которые за время эксплуатации потрескались, появился сор, песок, это тоже можно все убрать, каменку очистить. Ну и естественно верхняя поверхность каменки тоже очищается, вся сажа ссыпается вниз, ее можно удалить, а можно просто сжечь в самой печке. Везувий легенда, русский пар. Очень удобная в эксплуатации и очень интересная печь. Если вы думаете, какую же печь приобрести на парилку до 24 кубов, печь, которая выдает много хорошего пара, это один из отличных вариантов. Эту и другие печи вы можете найти на сайте farnax.ru, зайти в розничные магазины Farnax в городе Новосибирске. Там вас проконсультируют, подберут лучший и оптимальный для вас вариант. Ждем вас. До встречи. Пока.